За окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает. Здравствуйте, а как вам музыка на набережной? Как идея, что включили ее? Мне нравится. Нравится. Почему? Очень красиво. Ну, особенно классическая музыка нравится. Как включают сразу. Отключаешься от работы, переключаешься на отдых. Ну, какая-то такая музыка, что не слишком навязчивая, чтобы подходило большинство людей. А не чтобы пой нравилось, пой не доставляло людям дискомфорт. Подскажите, пожалуйста, а как вам идея, что теперь на набережной все время музыка будет играть? Что, мне нравится. Почему? Ну как, ну веселее музыка, и народ собирается, и все, жизнь продолжается. Кстати, а как относитесь к тому, что на набережной музыку включают? Положительно. Музыка такая, в принципе, классическая, так, хорошо. Положительно, если она играет... Мы рады, спасибо. Да, если она играет вот именно там, в концертном зале, это здесь, ну, все нормально, хорошо. Хорошо, а если здесь большое. Где-то играет, ну, она должна играть в пределах закона. Спасибо, хорошо. Спасибо. Выходной день, почему бы нет? А как вы хотели бы, чтобы здесь звучала такая? Классическая. На набережной музыка все время играет. Какая именно? Классическая. Я не знаю, я не слышу, у меня своя музыка. Вы не слышали вообще музыку? Нет. Набережная музыка играет теперь все время. Нормально. Нравится? Нормально. Конечно. А почему? Веселее. Настроение лучше.